У мамы, наконец, понизилось давление, и она уснула. Дарук собрал вещи и уехал жить к Мурату. На некоторое время. Значит, Дарук Бей побежал в добрые ручки брата? Рада за Мурата. Что произошло, пока меня не было? Выходит, честь поведать тебе о случившемся досталась мне? А я думала, что Азиме сразу расскажет тебе обо всем, что слышала, но я ошиблась. Ты выглядишь просто ужасно. Чувствую я себя так же. Понятно. Что случилось? Мой сын меня ненавидит. Меня сын ненавидит, Ниджат! Дарук меня больше не любит. Ладно. Не плачь больше, хватит. Иди ко мне. Для начала прими душ. А потом попробуй уснуть, хорошо? А? Что бы ни произошло, разберемся во всем завтра, хорошо? Пойдем. Делаем глубокий вдох и опускаемся на коврик. Ладони собираем в кулаки, опираемся на них, проводим руками по ногам наверх и поднимаемся. Теперь выдох. Твал! Что? Третий глаз почти открылся, а ты пришла и все испортила. Я уйду? И он откроется. Но сначала расскажи мне, что ты видела своими двумя. Что ты хочешь узнать? Я всю ночь мучилась. Не спала. Не могу разобраться. Хаят все-таки с Муратом или с Ибрагимом? Не твое дело и не мое. Сама у них и спроси. Откуда мне знать? Разве я сплетница или болтушка? Вообще-то, все, что ты сказала про тебя, но со мной ничем не делишься. Я не в курсе. Ты отрезала меня от жизни. Приходи ко мне на выходных, посплетничаем. Не могу. Иду на день рождения Хаят. Меня Мурат пригласил. Если не приду, рассердится. Что я наделала? Что? Мурат устраивает вечеринку для Хаят? Сам? Если я позову, он вряд ли придет. Я узнала, что хотела. Пока. Тувалханым, успокойтесь. Не могу, не могу! Меня теперь уволят. Черт! Тувалханым, успокойтесь. Не отвлекайтесь на пташек. Да какие пташки? Меня уволят, понимаешь? Спокойствие. Только спокойствие. Отель, в котором в прошлом году были съемки. Да-да. Мне нужен номер телефона и адрес. Нет, я сам забронирую. Это очень важное мероприятие. Буду ждать вашего звонка, Ардабей. До свидания. Это самый приятный момент за весь день. Правда? Да. Люблю, когда день начинается с твоего кофе. Можешь сегодня выделить мне час? Нам нужно поговорить. Вне офиса.
Может, на обед сходим? Или уже после работы? Нужно сказать тебе кое-что. Сейчас я занят организацией одного большого мероприятия, поэтому не смогу. Полагаю, мы оба можем дождаться выходных, чтобы сказать, что хотим. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как самочувствие? Голова болит. Это нормально. Позавтракай, а затем прими обезболивающее. Тогда полегчает. Спасибо, Ниджат. Итак, кто-нибудь расскажет мне, что произошло. Дарук и Дилия поругались. Ничего серьезного, просто оба не проявили должного терпения. Такое случается. Мы все не в настроении. Давайте не будем усугублять ситуацию. Им надо немного времени. Тогда все наладится. Давай, Хаят. Хочу лично увидеть, как ты заходишь в дом Мурата. Они в отношениях, но скрывают это? От меня? Что? Мурат организует ее день рождения, а она садится к Ибрагиму? Ты что творишь? Ты удивляешь даже меня. Скоро мы все узнаем. Все узнаем. Love time!